Всем привет, ребята. Сегодня мы будем станем, эфритом. Ну что, мы добудем дерево. А потом станем эфритом. Так. Ну что, погнали. Кузочка Джек. О боже, это песня про спагетти. Так, теперь мы должны добыть наконец-то наша любименькая деревенька. Самая большая. Не знаю зачем, но давайте. Так, пока мы добываем дерево, я хочу сказать, то, что кто поставит, а тот молодец, тому будет меняться короче смесь, и просто все будет отлично. А кому нет, стоп, подожди. Как вот это яйцо и... Так, ну мы потом это скрафтим. Мы превратимся в фрита в самом конце. И мы это скрафтим. Я вам... Ой. Ну, короче, вам говорю, реально. Реально, тут можно вот яйца... Вот... Это вот... Это можно... Реально... Яйца любого моба. Как можно превратиться? Можно в курицу! Но это будет в следующем ролике, где я, наверное, буду превращаться реально. Можно волк. Создать волк. А можно создать... Так, вот это создать, чтобы мы превращали. Это песок душ. Давай. Эфритовая палочка и алмазики. Нам вот это добыть надо, чтобы... В конце мы что-то сделаем хоть. А зачем я умаю так-то? Раз. А вот эти все инструменты пригодятся. Я уверен. Я, конечно, хочу сейчас превратиться, но Майнкрафт мне не дает. Давайте копать каменный век. Короче, надо прям все инструменты их камни. Ну, а если реально из алмаза мы сделаем, ну, вот следующие серии этого выживания, тогда... Я креатив возьму и вот, наверное, вот эту палочку, блин, где? А, ну так вот таки. Вот, блин. Вот эту палочку создам. Это правда. Ой, блин. Ну я могу, в принципе, сказать уже каменную. Курочку. Надо еще немножко. А, надо дерево. Нам дерево хлебушника-то хватает. А дерево? Да, топор у меня пригодился. Мне надо сначала улучшить топор вот этим деревом. Каменный. О, это еще будет. Я могу сделать еще меч. Так, уже это... Вот эти инструменты. Да, кто лисица? Пшеничка. А, она была это. Пшеничкой. Хорошие собачки. Есть какие-то? Мне нужна курочка. Ну ладно. Потом добуду еду. Все равно она нам не пригодится. Но пригодится. Короче, будет прикол. Не надо. О, так. Палки. Много палок. Дальше каменный топор. Не, еще топор не улучшал. Надо раз. Дальше мотыга и лопат. И теперь надо вот это всю сторонку отложить.
И все, теперь мы можем превращаться в этого ифрита. Он будет летать, но он не будет заходить в воду. Это первая причина. Вы готовы, дети? Да, капитан, все. Фаербол! Я могу летать и фаербол, стыти. Кто? Собачки. Ну. Я не же... Ух. Собачка, дай мне подберу и, короче, еду, собачка. Ну, еда. Кажу жарен. Это не жарен, ну. И так сойдет. Не все, ну ладно. Так. Мы огненные за... О! Невезучая коробка будет звать. Да ты чё? Заряд еще никто не бегал, так сказать. О, сучнистый. Все, я полный голоден. Ой, не голоден. А! Чуть на воду. Так, я пока что поищу руку. Как удобно. Я могу просто. Вот тут почти достойный портал. А, ну, он уже у меня в кармане считается. Ну, вот это мне уже не нужно. А, не, мне нужен. Ну, и только вот это. Ну, все. У меня две зажигалки. Ладно. И золотая мотыга тоже. Не знаю, зачем видеться. Ну, ладно. Ну, и все. Тут без... Много. Ну ладно, буду каменной киркой ломать. А вы пока что поставьте лайк. Смотрите, я сломал наконец-таки через 100 лет. Ну, в принципе. Короче, это не вот... Давайте, ну, вот так вот сделаем. Ну, все равно вы не расскажете больше. Ну, потому что нам не хватит. Ну, вы же... Это такие... Вот... Не... Ну, ладно. Короче, опа. С каменные инструменты я в ад еще так... Так глупости не шел. Ну, я же и крит. Очень. Ну, ладно. Погнали. Уй! А что я могу? Я должен вот так, так. Надеюсь, там не будет, ну, кого-то, кто мне навредит. Ну, конечно, нет. А чё? Чего? Откуда тут? Опять снаряд. Ну, он какой-то хук. Он не зачарованный. А чё он делает? Это обычный снаряд. Стоп, я чё делаю? Вуаль! Уии, джакузи! А пигеров я-то могу? Бегай. Они нет. Ааа! Ты чё надумал? Ты чё? Ааа! Уии! Похорошо. Главное не потерять полета. Я вижу то, что я так... Это не тот песок. Душ. Это песок не тот, душ. Это разница добавишь. Ладно, буду его искать. Ну, рядом с порталом. А вы, кстати, а чё? Ещё один. И еще. Чё? Я не знал этого. Вы? Я вот просто
первый раз. Ну, просто это я не... Я забыл то, что пигами эти. Тупые. Так, я вижу там что-то черное. Но это не то. Мне нужно как серый, но темный немножко. Теперь немножко. Может это... Ну, короче, мне пофиг. Я, короче, хочу найти хоть какую-то песок душ. О, здорово. Мяско будет жарен. Так, мяско. Кто заказывал мяско? Жареное. Нет, мой шашлык приготовил. А вот это нет. Нет. Давай, я. О, блин. Ай! Кто меня? Ну все, вы ловушка. Да, моя свининка тут это. Нет. Как ты? Ну вот. И так себе. Ну, свининки-то мало, но нормально. Ты тупой? Скажи. Скажи! Ну как бы. Скажи. С малым разобрались. Блин. Моя свининка сейчас слишком зажарится. Эй. Ёпусяте! Вы только не поджаритесь так. Я не люблю поджаренное мясо. Опа! Ну и самое главное мясо. На фирменный стол. Ух. Мяско забрали, блин. Ну ладно. У меня много мяска. А вообще, у меня есть кое-какая идейка. А что, если сразиться с Гастом? Ладно, я отправлюсь в путешествие за этим песком. Как его там? Я хочу превратиться в Эндермена. Это просто будет кайфик. Если это так, может, ты телепортируешься? Ну, летать это получше. Так, стоп. О, у меня еще две жизни это. Я бессмертен. Монако, скажи мне, и вот это, я просто, я нашел, вот он, смотрите, это он, я сейчас вернусь, так, мне надо побольше, дальше по рецепту надо эфритовые палочки. Давайте найдем. 100 лет спустя. Я долго ищу и до сих пор не прошел. Но год мне не тратится, потому что, ну ты не, я летаю.
А когда ты летаешь, ты же не бегаешь. Эй, ё-па-зата, мне придется долгий путь. А вам одна секунда бы. Ну, это, конечно, смешно, но я уже... Я возвращаюсь, то есть назад. Я сейчас прикола не понял. Пустой сундук. Такое бывает вообще? Вчера назад я вот это видел. Мне что, надо... Короче, мне надоело. Я бегу. Так. Устыть. Это не читерство. Это просто я уже надоел искать крепость. Вы понимаете. О. Так, и теперь, наконец... Откуда тут гарем? У меня есть вопрос. Откуда? Откуда? Вот откуда? От верблюда. Только... Всё. Только мне нужно... Подходящая добыча. Это какой-то... Стоп, уже почти концы. Короче, уже почти настанет конец ролика. Поэтому... О, кожаные ботинки могу сделать. Они на мне не видны, потому что я не человек. Так, уже в конце ролика... Я обещал сделать... Яйцо, где? Вот, ифрита. Но, у меня нет яйца. Но, я не могу найти портал. Но, я решил сделать так. И это не читерство. Ну, вы чё, ну, я его понимаю. А чё я в крите? Давай уже не лучше. Так, и теперь я просто. Нет. Тупой. Что это за. Ну, очень прикольненько. Я теперь могу заманивать лаву. Ну, теперь я могу его тут добивать. Давайте. Да блин, а как вас вообще? А я знаю, что один лайфхак. Просто. Ну вот. Один это вот так. О, и теперь просто. И все, малу. Пока. Да что за фигня? Я решил уйти от этого биома. Сумасшедший. Почему так? Я не знаю. Ну-ка. А как мне еще, мне на что? А, скраб! Я знаю кое-что. Кое-что. Я же могу скрафтить сыточки. Сколько сытков? Блин, не хватит. Ну, короче. Я решаю просто одеть золотой шлем. Меня никто не будет трогать. Ну, это же логично, да? Вот так. И так. Все. И теперь, наконец-то, можно спокойно делать это яйцо. Эфрита! Я просто в шоке. То есть в этом Майнкрафте мы можем просто призвать яйцо призыва эфрита. Ну, надо сделать
Потом я его буду убивать. Ну вот я чисто боюсь. А чё тут? Ну кто не боится, Саша? С каменными инструментами. Подожди. Потом раз. Ну и последний раз. Ой. Ну одно я добуду. Ой. И теперь два. Я сделал мою машину по убиванию. Короче, не важно. Я теперь прыгка. Мне надо побольше блоков, чтобы это сделать, блин. И фрики. А ты у нас полечишь. А чё он меня не трогает? Он просто меня не трогает. Раз. И всё. Оно уже вот это капелька. И всё, мы можем становиться ифритом. И, летать где угодно. Но я предлагаю перед тем, этим я стану игроком, который летающий игрок. Получается, читки, так сказать. И просто будем. Я могу просто коснуться лавы. Помогите. Ух. Но перед этим я хочу просто окунуться в лаву. И на этом мы заканчиваем видео. Всем пока!